Она после ванны спрячет лицо в балаклаву, и оружием станет налитый бумажный стакан. Он взгляд в землю опустит, довольно усталый, ведь митинг этот его порядком достал. Ей на ютюбе, как должны жить, рассказывал кто-то. Ему на плацу рассказали, что значит быть мужиком. И вот они, друг против друга, настроены оба. Женский протест, мужской батальон. Она громко прочет вслух все, что должен мужчина. Он, взяв граммофон, попросит ее не глупить, прикрывшись фразой про их общего сына. Маленький мир будут снова громить. В конце разойдутся по разным диванам, ВКонтакте друзьям кидая в личке статьи, что она о другом, в общем, мечтала, а он и другую сможет найти. Батареи соседей всегда греют сильнее, и только соседи живут, как в хорошем кино. Надо быть друг другу просто добрее, не пытаясь любовь топтать берцем в дерьмо.